Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. В Санкт-Петербурге умер писатель-историк Наум Синдаловский. Краевед скончался на 86-м году жизни в понедельник, 29 марта, передает Петербургский дневник. Причина смерти Наума Александровича пока не названа. Синдаловский около 40 лет изучал фольклор Санкт-Петербурга, собирал городские легенды, поговорки и анекдоты. Его интересовала светская и уличная жизнь северной столицы в разные исторические периоды, народы, которые населяли и населяют город. Увлекся этим Наум Александрович в 80-х годах, когда строил карьеру инженера. Но первый его труд вышел в свет только в 90-х. Синдаловский рассказывал, что в советские времена у него в запасе было около 500-600 легенд, которые легко стали бы основой книги. Но, по словам историка, в тот период фольклорные исследования не поощрялись и были неинтересны. За почти 30 лет публицистической деятельности Синдаловский стал автором 38 книг, последняя из которых была издана в 2019 и получила название «Петербургские поляки в городском фольклоре». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.